Сегодня мы решили поговорить с вами о дорогах и путешествиях. По аналогии с Римским-Корсаковым «Полет шмеля», вот написал «Flight of Bumblebees». И я никогда не думал, что он станет пророческим. Можно попросить тебя никогда мне не посвящать? Шикарный прикид вообще, потрясающе. Поднимите руки, кто любит дарить подарки. Отлично. Дарите время вашим родным, вашим любимым, вашим близким. Это истинная драгоценность, которая останется в шкатулке ваших воспоминаний навсегда.